Я просто по глупой ситуации проспорил и пришлось выполнить. И хотелось бы извиниться перед всеми жителями города за свой поступок. Такого больше не повторится, я все осознал. Простите меня, пожалуйста. О нарушителе общественного порядка полицейским сообщил представитель местной администрации. Стражи порядка незамедлительно установили его личность и привлекли 18-летнего парня к административной ответственности по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, либо тротуарам в нарушении правил дорожного движения». Штраф составил 2000 рублей.